смотрим, как закидало тут травами. Пляж недалеко от Ореховой рощи. Просто тонны дров разных. То есть деревья, которые утащило в море. Всякий мусор. Так вот тут все засыпано напрочь. Вот на майские праздники народ все это будет жечь на шашлыки. Такой вот завал. Если на песчаных пляжах она еще кто-то занимается уборкой, то здесь, по-моему, наступала нога человека, хозяина.
такая вот тут разруха. Дикие коты вообще, банда целая. Сильно приковался с этой программой. Рыбы не видно. Караси куда-то попрятались.